Передавайся официально, дружно единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. На курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Путин. Теперь уже, конечно, не все вспоминаю. Прошло много лет, и я стал музыкантом, и, честно говоря, мне жизнь моя нравится. Конечно, я знал, что детство закончится. Скорее всего, я забуду про Африку. А знаете, как иногда хочется папайя, мамайя и кокосница завтрака. Всем мы голосуем за. Engel Körle Abendse. Еще здесь еще все время тут кадр попадал. Не уходи далеко, не уходи далеко. С удовольствием видим теперь наших замечательных швейцарских друзей. Видим уже в почетном первом ряду. Они с удовольствием будут слушать дальнейшую программу, которую, уверяю вас, здесь снимать, вот, здесь, такого здесь, вот снимать, а здесь, неожиданного начала, так скажем, да, сегодняшнего вечера. Я почти убежден, что замечательный, великолепный парк Кузьминки и усадьба Голицыных, ну, не знаю, когда последний раз слышала именно швейцарский йодль. Я думаю, что, наверное, это все-таки премьера. Да? А продолжит нашу сегодняшнюю программу вокальный секстет, который называется «Кофе тайм». То есть, если буквально переводить, то время кофе, а если свободно, то это, ну, как вы пожелаете, чайная пауза, перекур. Тут для вашей фантазии абсолютный простор. А в отличие от предыдущих двух коллективов, украинского, которому 8 лет, швейцарского коллектива, которому больше 30, а коллективу «Кофе тайм» всего год. Они датой своего рождения считают 12 апреля прошлого года. День космонавтики теперь и профессиональный музыкальный праздник. Но, да, но за это время они уже успели дать 30 концертов больших, таких масштабных, сольных, и выступили на престижном джазовом фестивале «Fire Jazz Night». Отличительной особенностью этой замечательной команды является то, что ребята в своем творчестве совмещают несовместимые, это не тавтология, это сознательно так говорю, несовместимые, казалось бы, на первый взгляд, жанры и стили, которые в таком миксе, да, как сейчас принято, в миксе, приобретают иное, новое звучание. Здесь и мелодии советского джаза, и уже захватившие весь мир речитативы хип-хопа. Национальный фольклор, не только русский, вообще песни народов мира
и в том числе строгость классической музыки, вот это вот все вышеперечисленное вполне может сочетаться в одном произведении. И это в исполнении ребят не звучит как эклектика. Это может быть оформлено в одну большую, красивую, единую композицию. Друзья, встречайте, группа Coffee Time. Астемир Апанасов, Ольга Пономарева, Людмила Мильченко, Алексей Байков и Андрей Капланов и руководитель коллектива Александр Миронов. Да, продолжайте купать коллектив в аплодисментах. Вы сейчас убедитесь в том, что не зря это делаете, не зря не жалеете ваших ладоней. И сейчас ребята исполнят такие произведения, как «Порушка», русская народная песня, «Африка», авторская композиция, «I believe I can fly» и «Season of love». Встречайте, «Coffee Time». Голосуем всегда. Голосуем всегда. Мы есть Ура! Мам,
Ты был там в далеком детстве, когда-то людей делил на своих и пиратов, и целыми днями ты лопал бананы, с утра просыпался, дыша океаном, и даже в самую хмурую осень, в тени под пальмой, почти 38, папайя, мамайя, кокос, вместо завтрака, одним словом, Африка. Ребята, молодцы. Теперь, как обещали, эпикс. Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me.